Сейчас с большим удовольствием для приветствия от мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина предоставляем слово Ивану Евгеньевичу Петрову, исполняющему обязанности руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей. Дорогие друзья, приветствую вас на открытии первого съезда Ассамблеи народов Евразии и седьмого съезда Ассамблеи народов России. Проведение столь значимых общероссийских международных мероприятий в нашей столице весьма символично, так как Москва сыграла ключевую роль в формировании и укреплении российского государства, является одним из крупнейших центров мировой цивилизации, местом притяжения народов и культур. Сегодня в нашем городе проживают представители более 160 народов. Многонациональное единство Москвы – мощный фактор ее успешного социально-экономического развития. Столичное правительство совместно с общественными организациями проводит большую работу по гармонизации межнациональных отношений, обеспечению мира и согласия в мегаполисе. Вместе мы сильнее, духовно и культурно богаче. Уверен, что проведение съездов Ассамблеи народов Евразии и Ассамблеи народов России станет важным событием в общественной жизни Москвы, даст новый импульс развитию межкультурного диалога и расширению международного гуманитарного сотрудничества на евразийском пространстве. Желаю вам плодотворной работы, мира, благополучия и ярких впечатлений от пребывания в гостеприимной российской столице. Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин. Спасибо.